Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня писец, я бы так это назвал. Вкратце, решил сегодня зафармить с утра за пределы, чтобы не пропустить, и в итоге офигел. Как вы знаете, у меня было всегда 80 где-то тысяч, 80-90. Я прокачал прорывы, я прокачал лисицу, я прокачал Фрею на 20-й. В итоге у меня силушка, как видите, плюс-минус там 15-20к поднялась. И я в прошлый раз показывал вам, вроде все относительно нормально было. Но сегодня я побегал, я дошел до третьего этажа. Через раз уже попадаются пачки со вторыми эволюциями. Первых очень мало, там и мелких тоже мало. Но в основном попадаются герои с вторыми, вот опять же, если на первом пачке, на первом левеле пачку с огником там я развалил, то здесь это просто писец. Тут просто, ну, я не знаю, что теперь делать. А теперь придется походу выборочно проходить. Как видите, вот моих героев подсливают, причем конкретно подсливают, и я попадал на пачки с ворожеями. А я их просто убить не могу. Я уже даже переделал, ну вот посмотрите, все, что я нанес, это немножко малыша Ника там ушатал больше, чем других, все. И теперь у меня вариант один, не знаю, думать, опять же, проходить одним огником, но я силу поднял, не знаю, что будет, но разница очень большая, поэтому если у вас мелкие аккаунты, сейчас лисицу просто, наверное, развалят, или включится хоть раз, ну, вот, смотрите, просто без вариантов, а не включилась, лисица включилась, ой, хорош! Вот для чего я ее качал. Просто писец, честно скажу. Не качайте, не рвитесь за силой, если у вас цель собрать Мэри. А цель собрать Мэри должна быть у многих, у кого нету божества. Потому что без Мэри, вот смотрите, лис реально затащил. Потому что вам надо будет кое-как проходить Фрей и других героев с ограничениями, но вот сами прекрасно видите, смотрите, герои со вторыми эволюциями, эволюции пошли. Да, понятно, я их убиваю. Еще одна тема интересная, у меня был огник, я вам показывал, собран ОЗ-шка плюс СО, то есть дефный вариант. Он очень классный против большинства пачек здесь, но если у вас есть пачки с ворожаем, обязательно ставьте для того, чтобы быстро ушатывать. Ну, я вот так вот сейчас бегаю. Его могут слить очень быстро под молчанкой. И смотр может тоже попасть нормально и добить его. Но такой вариант с панчбоксом, именно с панчбоксом плюс пакт, обеспечивает классный дамаг. То есть, если разница, сейчас мы залетим, не знаю, видим. Вот смотрите, опять вторая пачка. Вторая это сила. Посмотрите, дамаг лям-лям 200, то есть в районе миллиона у него вылетает. Даже по 2 ляма вылетает от панчбокса бывает. То есть он бьет зонально, и это реально очень круто. Он задевает всех. Если вы же будете с другим питомцем бегать, у вас дамаг будет в такой сборке, как у меня там 200-300к. Так, блин, Фрей, просто писец. Ну вот посмотрите на это. Это просто жесть. Что мне без донатом здесь делать? Ну, конечно, я нападу, наверное, на эту пачку тут Дифрея. Но везде вторая эволюция. Это все, это жопа. Ну, такая вот сборка помогает с панчбоксом хоть кое-как. Ну, все, просто тупо изи нас вынесли. Просто писец. Что я могу им тут сделать? Я не знаю. Даже если я сейчас резко поставлю лисицу, это ничего не изменит. Это просто будет писец. Одним словом. Она не зарядится, у меня ремки нету, но единственный варик, а она включилась под водушкой. Ух, половину вынесли. Ну вот, если бы не лисица, да, вот у меня нету феникса, у меня нету космари ремочного героя, которые сразу могли бы включаться там, да, и блокировать. Лисица это идеальный вариант. Если еще потом прокачать прорыв, когда будут книги, то в принципе в идеале это вообще круто будет. Плюс режет отхил, иллюзорность, то есть ронины не страшны. Единственное, вам надо собрать на хороший даф, плюс там уклоны и точность надо. Ну, все зависит от того, насколько самого вы рассчитываете. Но вот
Я немножко поднял, прокачал два героя, прокачал прорыв, да, добавил в силе и просто добавил их сюда. 3 на 10 и реально уже сложно. Если бы не 30-е прорывы, то я думаю, либо я добавил бы 10 героев, я бы тут нифига вообще не сделал. Ну, надо дофармить, у нас уже половина есть, и бросать некуда, надо дофармить еще этого героя. Тогда без проблем будут проходиться Фреи там и прочие, и на битве гильдии тоже, в принципе, будет полегче против огников. Да, и зефира, в принципе, тоже. Если брать сардельку, там, где я выбил божество с карты, ну, здесь, к сожалению, карт нету. Там просто на ура разлетаются все. Ну, смотрите, даже не добили. Там чуть-чуть осталось. Но реально, очень усиление пошло. Я не знаю, с чем это связано так. Я не знаю, какие они тут формулы прописывают. Но без донатом однозначно силу там к 200 смысла развивать нету. Если у вас тем более начинающий аккаунт. Прокачали там одного-двух героев. То есть, ну, я всегда по стандарту иду. У меня это Фрейя. И, допустим, ну, здесь повезло у нас огненник. И землеройка, например, против Фрейя. Если у вас никого нету, землеройка тоже очень круто заходит. Блин, да что, они не могут добить? Там весы идут. Все, больше вариантов, скажем так, никаких нет. Сейчас посмотрим хотя бы, что тут. Но опять же, фраи появились, у меня их не было. До стака у меня их не было. Вот такие вот пачки с ворожеем вообще просто опасные. Космо, ворожей, ведьма. Ну, поехали, нападем, что терять. Так, ну тут у нас, по-моему, без эволюции. Но посмотрите на отхил сейчас ворожая, если... Он включится, я думаю, он включится. Или не успел. А, вот. Лям, ребят. Лям 700 от хила. Куда нафиг? Куда нафиг мне браться? Ну вот скажите, лям 700 от хила. Что я могу тут сделать? Это просто нереально. Это просто тупо слив. Вот я не знаю. Я теперь боюсь больше, наверное, ворожея, потому что мне просто-напросто нечем перекрывать дамаг. И причем посмотрите внимательно на героев. Герои не второй эволюции. Вот тут лисица спасает. И посмотрите, лисица вроде спасает. Немножко дамага не хватило и все. И просто лям 700 отхила. Ну куда у меня столько дамага нету? Просто писец. Просто чуть-чуть не повезло. Давайте еще попробуем. Вот это то, о чем я говорил, что, блин, тут больше, наверное, боишься ворожея. Если мы сейчас его не убьем, это будет вечно так. То есть у нас идет началка, смотрите. Фактически, практически добиваем. И все, и дальше пошел лям 700. Просто же. Сейчас попробую как-то переставлять героев. Но... Это то же самое, картина мне напоминает отхилы у меня на топовых левелах. Это при том, что у меня здесь есть Фрейя. С талантом, который, в принципе, как бы и режет отхил, но ворожей это все нивелирует. Лям 700. Лям 700 отхила, пусть. Но это просто трэш какой-то, реально. Смотришь, блин, и причем он там не топовый. Сейчас попробую как-то пересоздать, но я не знаю. Я ее поставлю впервые. Ну, панчбокс даже здесь, по сути, не спасает. Ой-ой-ой, давай-давай-давай. Есть, отлично. Вот, видите, немножко поменял. То есть, вот таким вот образом можно тоже пробовать. Что? Вы сами все это видели. Без комментариев просто. Это просто без комментариев. Вот смотрите, пачки везде, где есть ворожай, просто приходится миновать. Ну все, вторая эволюция, я тут ничего не сделал. Я прокачал два героя, поставил. Ну, в принципе, Фрейя, с одной стороны, нужна для убийства. Ну, понятно, тут под тыковкой разнесли, но чуть-чуть нам не хватило. Прокачал огника. Ну, лисицу я просто эволюцию сделал, но, в принципе, прокачка вторая эволюция. Все. Это просто жесть. Вот эти вот смотри, и это хорошо, что нам повезло, что у меня есть еще попытки запасные с предыдущих заходов. О, ничего себе, ну вот.
Я буду рад, если эта пачка сейчас еще кого-то тоже вынесет. Было бы, конечно, смешно. Ну все, поехали. Истина. Ну, эту пачку, думаю, завалим. Герои без первая там эволюция, в принципе, без проблем должны ушататься. Ну, это опять же не точно. Все может быть. Но Фрея затащит. В общем, такие вот дела, ребят. Поэтому не гонитесь за силой, не прокачивайте много прорывов на героях. Если вы хотите прокачать там одного-двух героев, да, придется потерпеть, но в итоге вы соберете этого героя. На многих серваках это проблемнее. Здесь у меня еще осколки есть возможность дособирать фонтана, который здесь регулярно бывает там раз в две недели, с возможностью сбора осколков. На других серваках это более проблемно. Так, поехали посмотрим. Что у нас? Тридцать осколков почти. Ну, неплохо. Еще месяц-полтора, я думаю, соберем. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.